Всем привет, друзья, с вами ММА, сегодня будет топовый Brawl Talk на русском, вы офигите, насколько он крутой, давайте вместе с вами посмотрим его, если вам понравится, то, сейчас не буду заранее говорить, но если понравится, то подпишитесь на канал, закиньте лайк, договорились, и напишите, что думаете, что зашло вам, что нет, я вам скажу так, что у меня для вас есть пару в отложке бомбезных роликов, так что следите за каналом, не пропустите, уведомления не всегда работают, но, короче, погнали. И у нас тут воин Дэнни. Уп, Павла победила. Чё за чел? Нифига он такой, это жуткий. Вы видели его лицо? Уф, ёшкин кот. Окей, говорят, добро пожаловать и с праздником вас, Бравли Дэй, это типа, ну, новогодний там праздник, и завтра юбилей, 3 года Бравл Старса, и возвращается традиция по подарочкам, и вроде она даже будет чуть дольше. Open the game every day from tomorrow to December 26 and collect a free reward every day. You can get coins, boxes, exclusive card, power points, and a free skin for Dynamite. Сейчас, одну секунду, я в ВК закрою, что-то спам какой-то. Ребята, что же нам тут обещают? Топовые пинтики, награды, мегабоксы, боксы, монетки, поинты как раз, которые очень нужны. И топовый скинчик, вдохновленный старым, это старый Динамайк. Я сейчас даже вам попробую найти его. Вот он, ребят, Динамайчик. Я застал те времена, когда на нем играл сам. И люди играли, это было очень давно. И напишите, помните ли вы такие времена. И вот такой вид у него, такие шашки были прикольные. Но тогда Барли был мет, он был куда круче, нежели чем Динамайк и мощнее. Но погнали дальше. We're also doing something on top of the gifts this year. During the celebration, you will get extra quests every day. Есть специальный подарочек дополнительный, это специальные квесты. Окей. Говорят, что будьте аккуратны, что эти подарочки и эти квесты будут только сутки. Если вы сутки не поиграли, не, так сказать, не забрали подарки и квесты не выполнили, то все, до свидания. Окей, праздник. Гром. Извиняюсь, ребят, меня тут иногда подлагивает. Короче, этот челик... Это охранник из Star Park, и он боится детей. И чтобы вот не показывать этот страх, он одевает маску. Почему он боится, фиг знает. Короче, вы видите, пушечки кидают, они, когда приземляются, бомба касается земли, она разлетается в 4 стороны. Его ульта тоже очень похожа, но она ломает все стены вокруг, которые вот пройдут сквозь. Ребята, есть возможность бесплатно получить, обязательно подписывайтесь на канал и не пропустите этот челлендж, когда я буду рассказывать, что надо сделать, как играть, чтобы пройти, забрать эту персу, потому что снаряжения появились и много изменилось медь. Да, формат будет такой же, как всегда. 3-3. Да, если вы его не сможете выбить, то вы его получите потом, когда он выйдет или через бокс, или через покупку. Вот так вот. Есть. Хо-хо-хо-бо. Гифт экспресс Джеки. Нифига себе, ты чего, лого, это же бревно. Я очень люблю бревно, я когда играл Clash Royale, бревно и принцесса, это мои две самые любимые леги были, я о них мечтал. И спайка я этого по-любому куплю, потому что это просто имба. Сказали, что 2020 эти скинчики вернутся, но 2019 скинчики, которые были Новый год, они не будут.
Они будут в отдельной группе, это пираты. Да, и будут появляться специальные ивенты пиратские. Все. Окей, закончился Новый год и едем дальше. Уф, ё-моё. А речь о том, что следующий год это год черного или просто тигра, я не помню как точно будет. Ну и арена будет именно такой. Это все как видеоигра будет, смотрите, 8-битная тема, здесь бит, наверное, точно королем будет. Новый сезон, Фэнк, чисто каратистейш. Я сейчас так ногу сидя не подниму, потому что тут клавиатура улетит. Короче, это чел, это, ребят, походу мой любимый перс, потому что он типа актер, но он спарринг-партнер во фильмах, там спарринг-актер, когда ему там, ему по башке дают, и он там по башке дает, и он занимается искусствами боевыми. Ага, он, короче, ближний бой, как прима, только есть прикольчик, что он может снести на своем пути много кого. Короче, не так легко будет его тычками попасть, но если вы попадете, она очень дамага даст. И смотрите, когда он бьет, летит ботинок. И Дэнни про это говорит, что это не даст большого дамага, но, во-первых, это не даст покоться, а в турнирах это очень важно. И в важных катках там, на большом скилле. И второй момент, она копит ульту. Это тоже... И выглядит это тоже прикольно. Чё за ульта? Смотрите. Бумс! Короче, он залетает с ноги в голову. И все, кто попадутся на его пути, будут большие проблемы иметь. Если ты все четко сделаешь, она, Павла, говорит, что одна ульта может снести всю команду. Так как это перс из Бравл Пасса, у нее всегда есть эксклюзивный скинчик, это будет Furious Fang. Тоже прикольно, как Конфу Мастер. Мейджор Роза, Майор Роза. Это, по-моему, Street Fighter играли, что-то такое. Там было много вот таких моментов, где именно кунг-фу боец, потом полицейский боец. Это все оттуда. Эль Тигра. Это же из Наруто, ё-мо. Оручимару, я не особо спец по аниме, но Наруто смотрел, когда малой был. И мне нравились вот эти бои, характер, вот эта вся тема, но я так и не досмотрел. Но вот этого типа я точно знаю. Тем более со змеями, да. Уф, какой скин, ёшкин кот, это мой любимый скин на Барли будет, я вам отвечаю. И Нита, вау, Нита тоже. Нита это будет Power League скин. Один очень, не супер, бомбовый, как сказали. Ну, короче, не супер... Про бои, да? Не супер он агрессивный, но милый скин на прима. В честь Дня Ста Валентина, это, походу, февраль, походу. Эль Коразон. Окей, сейчас посмотрим. В общем, ребят, если я не ошибаюсь, сказали так, что сезон чуть-чуть будет короче, потому что теперь хотят сделать это в порядок Monday. Это каждый понедельник, если не ошибаюсь. Kind of person, то есть, чтобы сезон понедельник начинался. Окей. Ух ты, дуэли! Вот это топ, всегда играли дружеские, теперь можно и там зарубиться. И они сказали, что если вы не любите 3 на 3 бой, не любите соло шеда играть, но хочется саму играть, то дуэль это для вас. Очень прикольно.
Такой режим был в игре, вот и именно в этих файтерах, которые они показывали, уличный боец и так далее. И там рассказывается про то, что сейчас ты берешь трех персов, Mortal Kombat такая тема была, ты берешь трех персов, если твоего первого перса убивают, то ты вылезаешь на другом и дерешься с ним. Допустим, Прима убил там Джеки, появляется Пока, если убил Пока на Прима, появится еще один, если его добиваешь, то все, ты победил, если твоего Прима убили, появляется твой следующий перс, и ты самых трех жестких берешь персов. Но самое главное, подобрать еще правильно. Вдруг он Мортиса возьмет, а ты сразу пчелу. А если ты Шелли первый возьмешь? Блин, это будет очень прикольно. Кто первый троих убьет, тот и побеждает. Окей. Сказали, что если стены сломаются, все остальное, это также будет сломано и в следующие раунды. Сколько, наверное, на нокауте, может, до двух побед, я не знаю, не особо понятно. Окей, в январе начнется Brawl Pass, новый сезон, и тогда появится этот режим, то есть сразу его можете не ждать. И момент такой, что он пока будет временный, но может быть оставит его надолго, смотря насколько часто вы будете его играть. Так что если вы жаловались, что у вас нет команды, что-то еще, сейчас отличный шанс этим заняться и показать актив на этом режиме. Ого, 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 ого. Теперь можно играть в силовую лигу, как силовую лигу формат в дружеских боях. Это имба, это просто имба. Как обычно, очень много анимированных пинсов. Но перед тем, как мы закончим, мы хотим там передать приветик большой командам. И, ребят, смотрите, кто... Я, по-моему, знаю, кто сейчас здесь будет. Кто это? Кто это? Это мы. Мы в Бравл Толке, ребят. Бравл Толк попали. Мама, я в Ютубе. Да, конечно, Зета красавцы. Они выиграли нас достойно. Но нам приветик тоже передали. Короче, мы там были. Золотые скинчики будут, как обычно, по классике. Не забывайте подписываться, ставить лайк. Добро пожаловать на Brawl Talk. И такой чисто погибающий. Brawl is completing three global years tomorrow. Our... okay. But this is not... блин, эпик фейл. Сейчас, одну секунду, ребят. Саппер, это же ужин. Она хотела сказать супер, и сказала саппер. Динер. Кстати, когда записывали что-то в Нави, у меня вот такая же фигня была. Я слишком долго сидел на серьезке, и когда Куб выдал что-то новенькое, у меня просто слезы текли. Я слишком долго сдерживался, был серьезным, и вот не мог остановиться. У Дэнни сейчас такая же тема была. Чисто смешинка, знаете, ха-ха, в нос попал. Сейчас, ребята, я вам кое-что интересное расскажу. Ребят, это что такое? Блин, почему Райан такой смешной, даже если он брал толк, уже не участвует. Короче, ребят, что я хотел сказать? Я хотел сказать, спасибо всем, кто досмотрел ролик. Извиняйте, если где-то были перерывы такими моментами, потому что я вам скажу так честно, помимо того, что у меня сейчас тут чуть ком глючит, я еще и 35-й ранг пушу, и вот сижу в подборе. Я вам обещал бэкапнуть, так что выполняю обещание и, надеюсь, не сильно тупил. Надеюсь, все вам рассказал, все интересное показал. Так что с вами был ММА. Всем удачи, ребята, и увидимся на сникпиках. Всем пока.